декоративная обработка в дикий камень с подсечкой позволяет ровно положить плоскость внутреннюю, сделать красивые швы, а также увеличивает сама фактура обработки, увеличивает КПД печи в том смысле, что площадь теплоотдающей поверхности увеличивается. Значит, когда мы имеем ровную стенку, то есть отрезок, соединяющий концы ломаной линии, всегда короче, чем длина этой ломаной линии. Таким образом, поверхность вот здесь складывается из суммы поверхностей вот этих вот выпуклых частей, да, то есть, и получается, что суммарная площадь теплоотдающая увеличивается процентов на 10-15 за счет вот такого рельефа. Поэтому разогрев стенки происходит быстрее за ту же единицу времени, а теплоотдающие свойства увеличиваются. Шов, толщина шва уменьшается, самое холодное место в печи — это шов, потому что плотность его не больше, N20-N25. Плотность кирпича, вот в данном случае Кирово-Чепецкий, N300, да? Значит, получается, теплопроводность кирпича гораздо выше, чем теплопроводность шва. Но толщину шва мы уменьшили за счет вот прочистки между швами, за счет того, что кирпич подколотый. Поэтому температура от поверхности вот этой выпуклой поверхности кирпича и температура шва будут одинаковые. Таким образом, мы получим равномерный разогрев стенки и увеличенную теплоотдающую поверхность.